самый классный хот-дог на всем диком юге Молдовы. Петромоль. Сейчас подъедем. Будем снимать обзор. Только вот здесь еще есть озеро. Что здесь? Здесь Петромоль. Так а что снимать-то? Снимать? Хот-доги будем снимать. Я его взял. А я с тобой не поделюсь. Не доезжая до Камрата, есть заправка, называется Петромол. Тут самые классные хот-доги в дороге. Хот-доги в дороге. В дороге хот-доги. Прямо как рэпер. Короче, 20 лей, морковка, белый соус, красный соус и ничего лишнего. Немножко суховато, но я просто слишком большой кусок взял. Если кусать нормально, аккуратно, вкусненько. Переборщил. О, прожевал. За 20 лей это... лучший хот-дог. По дороге вообще в Гагаузии есть еще, бывают такие заправки Петромол. Везде делают одинаковые, точно такие же хот-доги. Очень вкусно, рекомендую. Раздвинь булочки. Даже морковка есть. Но он выглядит очень вкусно. Стандартный, вот прям ничего лишнего. За 20 лей. А на какой заправке кушаете вы? Я здесь. Я землю. Нихуя себе, блядь. Поставь сердечко, а? Ну поставь. Вот здесь сердечко поставь. Пока я доем. Хочешь попробовать? Вот здесь соус, как в той шаурме. Ничем не отличается. Классический фитчнес. Ну здесь сосиска неплохая.